Что же, я не понимаю, что ли? Кот – другое дело. Слоны – животные полезные. Их называют толстокожими и неповоротливыми, но все же слоны – самые большие животные на Земле. И самые умные обладают феноменальной памятью и умеют смеяться. Приехавшие в Самару индийские слонихи Дженни и Магда – настоящие звезды кино и рекламы. Уже более 40 лет пятитонные артистки в специальном фургоне ездят по городам России и мира. На манеже слоны без проблем делают ласточку, кружатся в вальсе, ползают, фигурно поднимают хобот. С 2009 года слоних дрессирует Сергей Гулевич, достойный представитель цирковой семьи. Одна толстуха ленивая, а вторая такая она, живенькая, Магда. То есть по характеру у нее такие. Дженни, она любит покушать, очень не любит работу, Она любит отдыхать все время, да, вот поспать, поваляться, покушать. А Магда, наоборот, она знает свою норму, то есть любит какие-то там движения устраивать, такая хулиганистая, озорная очень. Помимо слонов у нас в программе будет также очень много интересных номеров. Это, например, два интересных номера – это бокс с кенгуру и джигиты на страусах. Помимо этого у нас также будут эквилибристы, воздушные гимнасты, лошади, пони и всего очень много-много интересного. Они теплые, нежные и ласковые, понимают три языка – русский, польский и английский. И здесь, мне кажется, в Самаре им очень нравится. Если вы до сих пор думали, что слоны неповоротливые и уклюжие – это громадное заблуждение. Варшавский цирк это докажет. С 28 октября в нашем самарском цирке удивительное представление. Не верите? Приходите и сами посмотрите. Юлия Черняева, Василий Колдашов. События.